Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео будет педикюр. Если вам интересно, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти ножки. Щипцами убираю длину и придаю ногтям форму. Пушером отодвигаю кутикулу. Фрезой вычищаю птеригей. Сначала работаю на форварде, убираю птеригей с одной стороны, затем переключаю свой аппарат на реверс и очищаю другую сторону. Наношу гелевый кератолитик. С помощью пушера распределяю его по огрубевшей коже. С помощью топорика прочищаю пазухи от пыли, а также вычищаю загрязнения из-под ногтя. Так как педикюр делаю на этих ножках впервые, то я сейчас с ножницами буду аккуратничать, потому что, как видите, кожа очень тоненькая и я просто боюсь порезать. Поэтому не спеша, не залажу очень глубоко, срезаю кутикулу. В таком случае лучше два раза пройтись либо ножницами, либо доработать потом уже кусачками для кожи. Но лучше так, чем порезать клиента. Сегодняшняя стопа — это просто заглядение для глаз. Здесь почти нечего делать. Я на пододиск надеваю файл 220 грит и сразу же прохожусь по стопе. Затем беру шлифовщик и по мокрому зашлифовываю кожу. Обезжирив ногтевую пластину, наношу базовое покрытие. Перекрываю ногти цветником. Сегодняшний дизайн будет очень простым. Для него мне нужно всего лишь черная гель-краска и серебристая. Сначала рисую несколько черных линий, затем просушиваю их в лампе. Несколько геометрических фигур, которые в результате у меня получились, заполняю серебром. I've been through hell and more.
перекрываю ногти топом. Вот такой результат у нас сегодня получился. Надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Ну а с вами была я, Мирванова Виктория. До встречи в новом видео. I hold on to my heart.